Глава Калмыкии Бату Хасиков провел рабочее совещание по вопросам подготовки проектно-сметных документаций объектов в рамках федерального проекта «Чистая вода» и индивидуальной программы развития республики. Также на отдельном совещании рассмотрели вопросы по разработке проектов учреждений соцобслуживания и здравоохранения в 2021 году. Мы продолжаем работу над укреплением коммуникаций между участниками процессов по проектированию и строительству, чтобы в будущем все создаваемые объекты были в лучшем виде и служили на века, прокомментировал Бату Хасиков.